Всем привет! Бонусное видео на сегодня. Мы ищем шорты. Где же они? Где же они? Нет, не те, которые сзади, как очки на голове. Нет, на самом деле беговые шорты. И почему? Собственно, я обычно не покупаю те вещи, которые у меня уже есть. Но единственные беговые шорты, которые на данный момент, которыми я располагаю, это марафонки от Adidas. И, конечно же, им нужно иногда стираться и сохнуть. И они марафонки, то есть короткие, буквально юбчонка такая, с небольшой сеткой внутри, которая просто ни о чем, в плане какой-то терморегуляции в более холодные погодные условия. Все-таки осень не за горами, да, бабье лето, что-то там, но будет температура снижаться, и в марафонках, наверное, не самым адекватным будет бег. И поэтому что-то на замену ищу уже сейчас. И давайте сразу к претендентам. Salomon или Salomon, Time to Play. Короче, такие два в одном шорты. Это юбчонка и внутри Exo Tights. Да, эти штуки, которые Exo вроде у Salomon означает, что вещь обладает максимальной компрессией. Это здорово. У меня зимние, я уже в том числе показывал от X-Bionic, эффектор, по-моему, называется, или как-то так, компрессия, да, все хорошо, мне очень нравилось зимой бегать в них изредка. В этом году это наверняка будет происходить гораздо чаще. И да, здесь два в одном. Что это вообще? Это новая совершенно тема для меня. Никогда я даже не пробовал на свои зимние тайцы натянуть шорты поверх. Даже не понимаю, зачем это. В том числе из всяких свойств где-то было написано, что вот эти вторые шорты, они типа сохраняют на более долгое время вид вот этих тайц, которые под ними, но что с ними делать? Ёрзать жопой на стуле или что? Нет, обычно же бегают в них. В любом случае, здесь есть такой небольшой отсек, да, черный цвет, у меня уже черные есть, красный, если покупать, то, наверное, что-нибудь немножко поярче. И здесь дополнительная сумка в самих шортах, что, конечно же, мне не нужно, так как я всегда бегаю с беговым поясом. И вот разные другие виды, то есть сзади тоже сумочка есть. Это, конечно, здорово, можно еще что-нибудь засунуть в плюс моему беговому поясу, то есть еще больше расстояния удлинить, если я когда-нибудь буду бегать на более дальние расстояния, чем полумарафон. И да, здесь умещается целый смартфон, целая бутылка даже на 250 миллилитров, наверное, точно залезет без проблем. Другой вопрос, что не будет ли она слишком бултыхаться? Это, конечно, вопрос. Но если у кого-нибудь есть опыт, два в одном шорты, о чем это вообще? И да, 140 евро – это определенно top of the range, но скидки наверняка где-то будет. Это все официальные страницы, да? Я смотрю по официальным страницам, выбираю здесь и потом уже смотрю, где мне доступнее всего взять фактически эти шорты, явно не с официальной страницы. Это буквально сказать, что у меня нет интернета, да, сравнить цены и прочее. Дальше пойдем. La Sportiva. Бренд, который выпускает отличную обувь, наслышан о ней именно с ультрасцены. Тоже приличные, конечно, агрегаты. И вот шорты от них тоже два в одном. Выглядят так олдскульно, я бы сказал. Тут такой вот древний, можно сказать, механизм. Не знаю, я привык Боа. Есть вообще шорты на Боа, не знаю. Вот недавно от кого, не вспомню, от New Balance, по-моему, вышли ботинки с Боа системой. Но вот это шорты. Сзади тоже небольшое место для ключей, возможно, маленького смартфончика, какой-нибудь подделки под iPhone, которые прогадали с размером. Но, да, цвет, конечно же, такой вот. Ну, я сейчас не мое, да, это не мой цвет такой. Видео здесь тоже можно посмотреть, но это классический цвет, судя по логотипу для спортива. И какие-то технологии антибактериальные, не воняют, без ниток внутри, то есть не должно ничего царапаться и прочее. Вот давайте еще вот эту футболочку заценим.
Футболка вроде как прикольная. Я видел футболку, у которой спереди вот здесь два кармана для ультрабегунов как раз, куда можно всякие гели, батончики положить. Это, конечно, тема. Что вы думаете? Для спортива 107, даже в предложении на официальной странице, но 120 неофициально. X-Pionic. X-Pionic for automobile Lamborghini Limited Huracan Edition Running Pants. И это вторые Lamborghini шорты. Первые были в оранжевом цвете. И здесь вот такая вот форма, не знаю, слоника, что ли, да? Не знаю, выглядит, конечно, все это сомнительно, но X-Bionic мне, в принципе, очень нравится. Да, и эти шорты в том числе. Сзади все это выглядит так. Здесь еще такие глазки наклеить, и точно будешь палить того, кто палит твой зад, если кто-нибудь сзади вдруг бежит. И да, выглядит довольно-таки прикольно, блин. Вот это классический Lamborghini цвет, да, Huracan новый, там вышел какой-то сейчас, в очередной раз немножко лошадиных сил прибавили, чтобы подольше стоять в пробке, но там medium, компрессии, я не знаю, какой у меня уровень компрессии в моих штанах, по-моему, максимальный. Здесь medium, я не знаю, что это. Тоже можно будет, конечно, померить, обратно отослать и прочее. Это не проблема. 109 евро за них просят X-Bionic. Что вы думаете на этот счет? Это один в одном, да, это не два в одном. Вот это то, что под теми шортами от Соломона, то есть под вот этими, вот этой красной штанины, на самом деле, вот такие компрессионные скрываются. И очередная модель от X-Bionic тоже, Twice. Я не уверен, лучше ли она фактически, что, зачем. По технологиям страница ужасно, да, ужасно просто от X-Bionic сделана. Я написал им на почту, на Facebook, на бельгийский Facebook, в итальянскую почту. Пока ответа нет, да, 3 дня прошло. X-Bionic, я не знаю, что за тема у них такая, с клиентами не общаться. Но я хотел бы узнать, какая у них фактически модель top of the range. Как бы Twice дороже, чем Lamborghini. Lamborghini мне больше по дизайну нравится, но если в ней отсутствует какая-нибудь технология, а только за счет имени она столько стоит, то есть без Lamborghini она бы еще и 80 стоила евро или 70, то нафиг мне такое нужно. Но никто не говорит. И Twice сзади вот так выглядит. Здесь такой солидный тоже карман, в который и смартфон поместится, и ключи. Конечно, эти вещи лучше изолировать пленкой друг от друга. Неважно, Gorilla Glass или еще что-то. Но, да, Twice, конечно, прикольная совершенно вещь. Тоже высокотехнологичная. Выглядит все это обтягивающее дело вот так вот на парнях. Здесь куча татуировок, конечно, но вот, собственно, как иначе, да? Все обтягивающе. Если, конечно, есть тут пару выпирающих мест здесь по бокам и прочее, то, конечно, обтягивающее не всегда удобно носить. Возможно, у кого-то комплексы и прочее, но пофиг вообще. Пофиг, неважно, как ты выглядишь, если тебе бег приносит удовольствие или велоспорт, в том числе в велоспорте тоже все обтягивающее. Просто делай свое дело, плевать на всяких людей, которые подумают: «О, посмотри, как ты выглядишь, сначала похудей». Да, вообще ни о чем. Ты, собственно, и занимаешься спортом, в том числе, чтобы худеть, или это как бонус, да, какой-то урод тебе будет говорить: «Сначала похудей», да. Не обращай просто на эту хрень внимания. Но мы перейдем к последнему кандидату. По-моему, мне его уже предлагали в рамках вопроса о беговом поясе. И, кстати, спасибо, в последнем видео я спрашивал про водонепроницаемые носки и что там по воде. Мне засоветовали очень пару хороших советов, которые помогли мне спасти, сэкономить 40 евро. Я хотел водонепроницаемые носки купить, но сказали, что это не самая оптимальная вещь. Гортекс обувь, в нее заливается вода, но не выходит. И да, не знаю, что в итоге делать.
Может, другие фирмы какие-то искать, не обязательно Skin Seals, но есть, может, другие фирмы водонепроницаемых носков, которые делают немножко лучше по качеству и немножко подешевле. Все-таки 45 евро за пару носков – это что-то. Это что-то. Но здесь 150 долларов. Вернемся к шортам. Два в одном. Flight Series. Много ультрамарафонцев любят эту фирму, носят их продукцию, в том числе Better Than Naked есть серия, то есть лучше, чем голый, такое вот провоцирующее, интересное название, но вот эта серия Warp Knit Dual Shorts или Flight Series, она еще круче должна быть, так как у одного и того же производителя, но дороже. И вот такие цвета есть. Если вы предпочитаете вот эти шорты, чтобы я заценил, то да, какой цвет мне лучше выбрать? То это, конечно, какой-то бронзовый, что ли. Интересный, опять-таки, интересный, что все время черное, черное. Но с черным, конечно, сложно ошибиться, согласен. И здесь, конечно же, тоже есть небольшой отсек для каких-то мелких вещей, которые можно взять с собой на пробежку, на короткую пробежку, на более длительную, конечно, пригодится беговой пояс. В том числе по деталям не особо видно, что да как. Да, здесь только зум есть, можно материал заценить какой-то. Я думаю, что качественная очень вещь. И вот этот аспект гарантия. Lifetime warranty. Да? Это как рамы, трек, там, Cannondale или Specialized, по-моему, тоже не вспомню сейчас, кто конкретно. Не ручаюсь, смотрите конкретного производителя. Но вот здесь The North Face предлагает пожизненную гарантию. Это круто, на шорты. То есть можно пропердывать их до самой старости. И если что-нибудь случится, получить новые. Да, это здорово. Что вы думаете на этот счет? Я лично признаюсь, я, конечно, к чему-то склоняюсь, но определенно прислушаюсь к вашему совету, как это было с носками и обувью против дождя. Twice Running. Если честно, мне нравится больше всего X-Bionic. Есть еще оранжевая версия, вот ее я бы выбрал, скорее всего, потому что желтый мне вообще ни к чему. Но, конечно, и Twice тоже интересные. Соломон не очень. Если два в одном, то, скорее всего, The North Face. Но что вы думаете об этом? Для спортива все-таки на последнем месте. У кого есть опыт, смело делимся в комментариях. Спасибо за внимание. Go vegan. До-до.